Готовим креветки. Для этого понадобится лимон, чеснок и соевый соус. Нарезаем чеснок мелко. Зажигаем газ. Ставим сковородку. Наливаем растительное масло и ждем, пока разогреется масло. Сначала обжариваем чеснок до золотистой корочки. Наливаем соевый соус. И перемешиваем. Выдавливаем сок лимона. Вот такие вот получились креветки в таком соусе. Получилось очень вкусно.